Моя жена хотела за тебя замуж выйти, а я вот... Ольга мне говорит, ты достал меня уже, говорит, со своим... Со своим... Да хочешь вот эту херню пороть? Геша, вот это вот, знаешь, не надо! Мало ли кто кого любит, да? Да, да, друзья. Сердечные капли. Да. И прямо это. Слушай, я Рамира полюбила, правда? Да. Он испугался. Да. Сколько нам осталось? Я Равиля, может, полюбила. Так и передай ему. Там, вон там. Там, передай ему. Только... Там. А москалюк? А москалюк сказал, Наташка, ты будешь моя. А я как? Я не смогу. Да, он толстый, он ее. Я не смогу там. Это, слышите, вчера показали, смотрела, Оля, этот Солнцев, Гоген Солнцев, да это чего, пидорастическая? 70 лет, бабе. Ты дура, вот эта пидорастическая, смотришь? Так, нет, ты что, это не Солнцева она вспомнила. Да это никто не смотрел, мы же везде, в рекламу телевизии. Порнографию. Да ты! Что? Я тебя не видела? Да что? Ты отключи. Чё? И она пошла в стриптиз. С Горгена, Горгена, жена у тебя. Горгена, да. Страшилище. И там действительно там с этим в трусах какие-то. 70 лет, мама. Кто это такие подруги? У меня хорошие подруги, нормально. А у тебя никаких нет. Гоген? Да кто это был Гоген? Ну так, включаешь YouTube, они сразу первыми идут. Гоген, ну хватит уже тебе. Вот эти волосы розовые какие-то. Ебал он ее, наверное, еще. Поэтому она хочет. Я тебя люблю. Только я не лесбиянка. Да ладно, блядь. Я прикидная женщина вообще. Слушай, ребята. Дура-дура. И дураку подгонять. У нас как было. Ноздрена дубовая. Давайте женщины, вот. Да, поцеловаться, угу. Пожелать там что-то это, там это. А сейчас, блядь, боимся. Уже нет, тебе 60 лет, ты уже боишься. Надо. Подумают, блядь. Пидорасы. Какие-то люди. Да? Я сейчас этой подошла, глажу. Она мне говорит, я не лесбия. Что за херня? Лесбия.